Театрализованное сказочное представление, народные танцы и поздравления подготовили для зрителей участники благотворительного концерта «Открытые сердца», который состоялся на сцене культурно-досугового центра имени Кобзона в Успенском. Очень благодарен, да, от имени всех депутатов Одинцовского городского округа. Хотел бы сказать спасибо, что есть вот такие добрые сердца, и очень маленькие, и побольше, и взрослые, цари, медузы. Все готовы дарить добро. Вот они сегодня сделали для нас, для наших взрослых гостей, такой праздник. Проект был придуман командой спортивного клуба «Доступный спорт» из деревни Ликино, а поддержали его окружной комитет по культуре и одинцовские активисты «Единой России». Воспитанники хореографического коллектива порадовали своим выступлением участников клуба «Активное долголетие» и представителей старшего поколения, приехавших с присоединенных территорий. Это очень хорошо для пожилых, и действительно они очень хорошо сделали, что и пожилые, и дети – это связь времен, и они должны всегда воспитываться, дети должны на этом. Яркие костюмы, танцы и сказочный сюжет никого не оставили равнодушными. Ребята подарили зрителям добрую сказку и открыли им свои сердца. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».